Нововведения в мире цифровых технологий опережают рынок информационной безопасности. Представитель компании BugBounty.Center, платформы по аудиту безопасности Григорий Васильков, проанализировал основные риски безопасности для блокчейн-компаний. К ним относятся неверные экономические модели приложений, трудности прогнозирования внешних факторов, недостаточное использование смарт-контрактов, транзакционные издержки, использование непроверенных данных, зависимость от сторонних участников и манипуляции с использованием транзакций. Анализ предлагает методы решения задач на основе смены стратегий, подготовки алгоритмов и оптимизации затрат.